Сегодня мы обращаемся снова к священному писанию. Третье послание Иоанна, 9 и 10 стихи. Иоанн, тот самый, который написал Евангелие, тот самый, который написал три послания, вот это третье из его посланий, третье из его писем. И он рассказывает о серьезнейшей проблеме. И эта проблема ⁇ человек по имени Диатреф. Мы читаем в 9 и 10 стихах. «Я писал церкви, но любящий первенствовать у них диатреф не принимает нас. Посему, если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами. И, недовольствуясь тем, и сам не принимает братьев и запрещает желающим и изгоняет их из церкви. В каждой церкви есть пастырь. Обычно пастыри, их несколько. И у каждого пастыря есть своя команда. То есть люди, которые добровольно руководят разными служениями. Может быть, это директор детского служения, руководитель группы поклонений и так далее. То есть люди, которые руководят служениями в церкви. Сюда также входят дьяконы, пресвитеры, старейшины, у кого как. Команда. Люди, которые работают вместе с пастором и заботятся о Божьем народе. И проповедуют Слово Божие, Евангелие Христова. Каждому пастырю нужна команда. Но проблема в том, что иногда в церкви возникает болезнь, которую мы с вами назовем командная инфекция. Когда церковь заболевает командной инфекцией, это серьезно. Пожалуй, это одна из самых серьезных болезней церкви, потому что она убивает пастыря. И на самом деле вот эта метафора очень важна и помогает. Действительно, это командная инфекция. Первое наблюдение, которое я хотел бы сделать, не всякая серьезная церковная болезнь, не всякая болезнь церкви настолько серьезно, как командная инфекция. Бывают бактерии, бывают другие неприятности, но заболевания серьезного, заражения не будет. Бывают повседневные болезни церкви, ну, болезни, с которыми приходится жить, так же, как мы живем, допустим, с простудой, насморком или головной болью или с какой-то другой болезнью, которая не настолько нам мешает, которая не лишает нас возможности действовать. Да, это болезнь, но это болезнь повседневная. С другой стороны, бывают конфликты, бывают болезненные ситуации, когда сотрудники церкви, команда церкви пытается научиться работать вместе. Смотрите, обычно группа лидеров, которая сформирована, начинает работать вместе, и потом начинаются конфликты, потом эту группу начинает штормить, и в этой группе каждый человек понимает, в чем его роль. Тогда команда укрепляется, тогда команда учится работать друг с другом. Тогда эта команда может работать по-настоящему, действенно. Это естественный путь формирования любой команды. Вот сначала будет формирование, потом придет буря или шторм, потом уже будет нормализация, а потом нормальная работа. Та болезнь, о которой мы говорим, это не результат, не часть вот этого нормального процесса. Послание к Колосинам, третья глава. Павел говорит э, лидерам церкви, не только лидерам церкви, что нужно научиться прощать друг друга, э, терпеть порой друг друга. Нам приходится терпеть самых разных людей. Кто-то нас будет обижать, кто-то будет делать глупости. Кто-то будет совершать ошибки в отношениях к другим, к окружающим. И все это надо терпеть, все это надо переносить. Это не то, о чем я говорю, когда говорим мы с вами о заражении командной, командной инфекции. Это небольшие болезни, это, скажем так, болезни роста, муки роста. Но когда у человека ослабленная иммунная система, когда у человека ослабленный иммунитет, вот тогда приходит такое серьезное состояние, серьезное заболевание, как командная болезнь. Все мы знаем, что рана в результате операции, кровотечение, пневмония, все это ослабляет человека, все это ослабляет его иммунную систему. И приходит более серьезная болезнь, приходит более серьезное заболевание. То же самое и здесь. Знаете, что ослабляет всю иммунную систему церкви? Во-первых, духовная гордыня. Первое послание Петра, 5 глава, 5 стих, мы читаем о том, что нам необходимо облечься в смиренно мудрее по отношению друг к другу. Но вопрос не только в том, во что мы одеваемся физически, а в том, во что мы одеваемся в духовном смысле. Умеем ли мы ставить других выше себя? Клайв Льюис говорит в своей книге «Просто христианство» о том, что гордыня — это страшный грех. Он говорит о том, что именно гордыню мы настолько ненавидим в других, и настолько не готовы найти, увидеть в самом себе. Есть люди, которые признаются, что у них эм, темперамент эм, пламенный, что они с девушками плохо себя ведут, что они выходят из себя, даже что они завидуют. Но они не готовы, не готовы признаться, что у них есть гордыня. И при этом мы не хотим, мы не готовы принять гордыню в других людях именно это и есть самый серьезный грех — гордыня. Естественно, добродетель, которая противоположна гордыне, называется смирением. Церкви начинают гордиться, когда все хорошо, когда люди приходят ко Христу, когда люди каятся, когда полный зал народа, когда молодежное служение процветает, когда великолепная группа поклонения. Когда собрались замечательные лидеры, можно возгордиться, и такое бывает. Если такое случается, то мы ослабляем всю свою систему. Тим Коллинз написал очень важную книгу на эту тему. Он говорит и рассказывает о том, из-за чего, каким образом команды становятся не просто хорошими, а замечательными. Корпорации становятся не просто хорошими, а замечательными. Но через несколько лет тот же автор написал другую замечательную книгу. Называется она ⁇ Падение великих ⁇ Он говорит о том, как эти блестящие великолепные компании начинают идти на спад. И он говорит, первое, что происходит в этих компаниях, и первое, что падает в этих компаниях. Это приходит гордыня, приходит надменность. Приходит самолюбование. Люди начинают думать, что у них все правильно, что у них все замечательно. И когда начинаются проблемы, этих проблем даже не замечают. Есть еще один фактор, который ослабляет всю нашу систему. Не только духовная гордыня, но и скрытая лицемерие. Иисус говорит, берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Евангелие от Луки, 12 глава, 1 стих. Возможно, Диатреф был предан вере, ревностно предан вере, но при этом что-то не то происходило в нем. Он хотел всегда первенствовать, быть первым. Такова природа лицемерия. Снаружи мы выставляем одно, а внутри скрываем совсем другое. Мы актеры, духовные актеры. Мы прикрываемся. Мы пытаемся создать ощущение, что ходим со Христом. А на самом деле это не так. Мы создаем ощущение, будто любим семью. И это не так. Честность ⁇ это когда человек изнутри тот же, что и снаружи. Лицемерие ⁇ когда есть различия. И если церковь теряет свою честность, система ослабляется. И третий фактор ослабления церкви — это свобода, с одной стороны, излишняя свобода, когда мы позволяем греху вторгаться в нашу церковь, или, с другой стороны, излишнее законничество. Вот примеры. Коринфская церковь. Это церковь, где была излишняя свобода. Люди гордились даже страшным грехом, который происходил через них и среди них. Павел говорит о том, что вы позволили греху войти в вашу церковь. В Галатийских церквях была противоположная проблема. Там началось законничество. Люди начали добавлять самые разные а, законнические требования. К уставам Божьим. И Павел говорит о том, что бывают самые разные ä, правила, законнические правила. Кто-то скажет, не есть мясо, не пить кофе, ни в коем случае никогда не разводиться, никогда ни в коем случае не смотреть телевизор, не ходить в кино и так далее. Самые разные правила люди придумывают. И знаете, что происходит, когда церковь становится законнической? Происходит вот что. Старшее поколение остается в церкви, оно уже привыкло, потому что это их церковь. А вот молодое поколение уходит. Они не хотят всех этих правил и требований, которые к ним никак не относятся. Так что, с одной стороны, излишняя свобода, с другой стороны, законничество ослабляют церковь, и церковь тогда становится подвержена командной болезни. Итак, не всякая болезнь церкви ⁇ это командная инфекция. И порой в церкви создаются условия, которые приводят к развитию вот этой командной инфекции. Мы читаем, что в данном случае командная инфекция пришла в церковь через человека, которого зовут Диатреф, человека, который любит быть первым. Он не хочет быть первым среди равных. Именно так зачастую называют пастырей, старейшин, пресвитеров. Он хочет быть просто первым. Он хочет всем управлять. Он говорит, «Я буду сам по себе. Как захотел, так и буду». Он влюблен в самого себя. Он любит себя. Именно о таких людях предупреждает нас Павел во втором послании Тимофею, третья глава. И дальше он начинает проявлять все эти проблемы, сопутствующие командной инфекции. Мы читаем, я писал церкви, но любящий первенствовать у них Диатреф не принимает нас. Он стал сторониться даже апостола Иоанна. Вот так поступают такие диатрефы. Они уходят от людей, которые с ними не согласны. Но, допустим, вы не согласны со мной, уходите отсюда. Я не буду с вами общаться. Это бывает в командах прославления. Если у тебя другой стиль прославления, уходи отсюда. Ты нам не нужен. Такое бывает в молодежном служении. Будешь нести служение не так, как я говорю, уходи отсюда. Я с тобой не буду общаться. Вот это дух диатрефа, который хочет быть первым, не умеет сотрудничать, не умеет работать вместе. Образовательный ресурс видеосеминарии Святой Троицы — это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте tvseminary.com. В сущности, такой диатреф — это волк. Павел так его называет в Деяниях апостолов, 20 глава. Они волки в овечьей шкуре. Павел пишет, «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы улечь учеников за собою. Посему бодрствуйте». Две характерные черты волков. Во-первых, они искажают правду, искажают истину. Почему они это делают? Потому что хотят быть первыми, хотят, чтобы люди шли за ними, а не за другими, не за теми, кто на самом деле поставлен лидерами церкви. И он продолжает в 9 и 10 стихах я писал церкви, но Диатреф, который хочет первенствовать, не принимает нас. Посему, если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами. В 81 году в газете Wall Street Journal был опубликован такой рекламный баннер. Там написано было вот что. Есть змей, который отравляет всех. Он поражает правительство. Он разрушает семьи и карьеру. Он портит репутацию. Он приносит головную боль. Он порождает подозрительность, неприязнь. Из-за него невиновные люди плачут по ночам. И даже название его шипит. Сплетня называется этот змей. Сплетня на работе, сплетня в магазине, сплетня на званых вечерах. Прежде чем вы что-то читаете, задайтесь вопросом, правда ли это? Нужно ли было об этом говорить? Если неправда или не нужно, то и не говорите. Вот именно это было необходимо сделать Диатрефу. Иоанн говорит, он должен остановиться, он пытался остановить диатрефа. Так вот, заражение команды начинается с того, что появляется такой диатреф, который хочет быть первым. Он сторонится несогласных, он разводит сплетни, чтобы шли за ним, а не за другими. Он хочет, чтобы шли за ним.